Помни, что ты никогда не будешь один. Особенно теперь. Ты же Форестер. Я сочувствую тому, что стало с твоей семьей. Я чувствую твою боль как свою собственную. Дом Форестеров относится к северу и верен королю. Верен? Да, ваша милость. А ведь уже давно известна подлая вражда между Форестерами и верными знаменосцами дома Болтонов, Уайтхиллами. Кто знает, что таится в их сердцах? Боюсь, моя семья пострадает, если Рамси позволит там распоряжаться. Мы можем справиться с Рамси Сноу, всех ему не запугать. Настали тяжелые времена. Единственный способ решить наши проблемы – это железом и сталью. Твои действия повлекут за собой последствия. Твои родные будут под угрозой, где бы они ни находились. Наш дом не падет. А это маленькая кучка бревен, не так ли?